Дорогие братья, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи мина шайтана ррачим, бисмиллахи ррахмана ррахим. Я айюха аллазина аману, ла таакулу амвалакум байнакум билбатил, илля ан такуна тиджаратан ан тарадим минкум, ва ла тактулу анфусакум, инна Аллаха кана бикум рахима». Садака Аллаху аль-Азим. О те, которые уверовали, Аллах Всевышний, когда обращался именно этими словами, торговлей, куплей-продажей, обоюдным согласием, взаимосогласием между вами. И не убывайте самих себя, ведь Аллах милости к вам. Такого перевода аят означает, если так подумать, не пожирайте, не только не пожирайте, не кушайте, ла такулу, так если перевести это слово, не кушайте, но это такое широкое понимание слова, а так не только кушать, не пользуйтесь, не овладевайте имуществом, друг друга имуществом, кроме как путем торговли с обоюдным согласием. Если это только будет так. А так считается бильбатиль, незаконным путем, неправедным путем. А мы с вами, Аллахом созданы для нас все то, что Он творил для нас на этом земле, ради нас, ради для нашего маслахата. Поэтому, раз Коран и так говорит, не кушайте неправедным путем, незаконным путем, а только если это будет путем торговли с обоюдным согласием. Но это все, чтобы вот так именно законным путем, праведным путем, чтобы мы пожирали свои имущества, друг друга имущество, и пользовались друг друга имуществом, и овладевали бы друг друга имуществом. Праведным путем для этого нам необходимо знать этот праведный путь. Но для этого нам необходимо тогда учиться, поэтому этот у нас маджлис, маджлис Эльмин, дай Аллах баракат для этого маджлиса, у нас сегодня второй урок. Урок из муамалата, то есть отношения торговые, отношения не только торговые и разные, то, что в обществе бывает, разные сделки. Мы в прошлом уроке как начали с этого первого, самого такого распространенного в обществе из муамалата всего, из всех таких отношений, все больше всего мы с вами все сталкиваемся с чем? Это купля-продажа. Есть, наверное, это который аварский не понимает. Давайте тогда мы будем говорить, конечно, на самом простом языке, чтобы простые люди поняли, на доступном простом языке, иншалла. Если что будет непонятно, можно будет и по ходу спрашивать. Мы готовы ответить на такие вопросы, если непонятно, что будет. В прошлом уроке мы как начали с чего? Это у нас второй урок. Урок за уроком, иншалла. Ильму как достается? Ильму одним уроком не достается. Ильму достается сотнями уроками. Иншалла, если нам даст возможность так повторить и вот так вот продолжать уроками, мы, иншалла, надеемся на Аллаха и получим какое-то знание. Этот ильму, это знание, вот то, что мы сейчас говорим, о котором мы сейчас говорим, этот считается из фарзул-айна, то есть, которого должен каждый знать, который связан с этим делом. Например, сказать, вот только те, которые занимаются торговлей на базаре или же в магазине, не только они, а любой человек в своем доме не обходится от того, чтобы в своей жизни не сталкиваться с такими, например, делами, как купля-продажа. Что-то он должен продавать, что-то он должен покупать. Он должен знать, как это все делать, чтобы все это проходило на
законным путем и праведным путем, как Аллах в Священном Коране говорит. Мы как начали в прошлом уроке объяснение купли и продажи, до этого очень важно сказать, еще раз повторить, вот эта купля-продажа, что можно, что нельзя, что получается, что не получается купля-продажа, что действительно, что недействительно, зависит от этого, что. Ну, после того, как сказали, вот до сих пор у нас, например, у многих, наверное, проходит очень много таких сделок, которые не полностью соответствуют требованиям шариата, требованиям ислама, требованиям вот знаний, которые мы будем сейчас с вами говорить. Но результаты этого что? Как мы в прошлый раз говорили, результаты этого в этом мире, на этом свете, если будет обоюдное согласие, если даже недействительный будет купля-продажа, будет не соответствовать каким-то нормам, каким-то требованиям, но на том свете то, что они вот таким образом овладевают и кушают от этого, для них наказания на том свете не будет. Друг друга спрашивать тоже не будут. Естественно, вот слово, если, конечно, будет это с обоюдным согласием. А то очень часто бывает, когда происходит между двумя мусульманами купля-продажа. Почему говорю мусульманин? Потому что мы рассказываем требования нашей религии ислама. А так можно, конечно, заключать договора купли-продажи и другие сделки не только с мусульманами. Мы об этом говорили тоже. Но часто случается, что когда после совершения купли-продажи там происходят какие-то недоразумения и начинают там уже как-то обратно требовать свое. Тот не отдает, я у тебя купил, я ничего не знаю. Такие вещи у нас мы часто сталкиваемся с такими делами. Это для ни одного человека здесь не секрет. Поэтому вот такое, когда случится, этот человек же уже не согласен, а тот другой удерживает чужое. А он непременно, он уже на том свете должен будет перед ним отчитываться, и где как раз уже очень трудно будет ему отчитаться относительно вот с тем, что здесь, на этом свете. А там нечем будет отдавать эти долги, нечем будет оплачиваться своему брату-мусульманину, и там нужно будет ему или же свои хорошие деяния передать ему, или же взять на себя того плохие все деяния. Это очень, очень будет на том свете трудно, поэтому, чтобы не попасть вот такие последствия, такие результаты у нас не просто, нужно нам всем научиться и то, что мы будем говорить, и запоминать всегда. Мы же помним в советские времена, а если даже такие слишком много таких магазинов, как сегодня, такой свободной торговли не было, тогда же в магазинах не могли никто работать, если не окончил какое-то хотя бы училище торговое. А вы думаете, у нас в исламе мы не должны учиться? А Умар разиаллаху анху, Умар ибн аль-Хаттаб, он с базара гонял людей, сначала спрашивал, вы знаете торговаться? Учились где-нибудь? Нет. Тогда палкой он бил и с базара гонял их. Но почему гонял Умар разиаллаху анху? Ну, потому что, не зная, что тут делать, он очень легко попадет, как не только в недействительные купли-продажи, и очень, что считается мин акбариль кабари, из самых тяжких грехов, что считается риба, может человек попасть, если не знать. Мы дойдем, иншаллах, до этого риба тоже, но как начали мы с прошлого урока, мы вам сказали, что этот купля-продажа состоит из 6 основных столпов. Что-то купить, что-то продать. Здесь всегда все вместе в этом процессе присутствует 3 таких столпов, которые каждый из этих 3 разделяется на 2. Как первое мы на прошлом уроке объяснили. Продавец и покупатель. Тот, кто продает, и тот, кто покупает.
Это два рукна. Следующие рукны были у нас, мы перечисляли их. То, что продается и покупается. Это четыре. И то, что должен сказать продавец, я продаю. А должен сказать тот, кто покупает, я покупаю. Это слова. Значение слов формулирован. Говоря о первом рукне, мы остановились, первый рукну закончили, остановились на втором рукне. Не лишнее будет, наверное, если повторимся, чтобы запомнить было легче, говоря о первом рукне, о продавце и покупателе. Мы сказали, для них, для продавца и покупателя нужны необходимы некоторые условия. Следующие условия. Условия, тот, кто продает, и тот, кто покупает, у нас в исламе, чтобы эта купля-продажа была действительная, необходимо, чтобы были они совершеннолетними. То есть, хотя бы как минимум 15 лет, чтобы было возраста. А так можно быть балигом, конечно, совершеннолетним еще в 13 и в 14, это нужно знать вот, у алимов, как можно стать, как становится такой подросток в 13 или 14 лет. Если нет, тогда 15 лет он считается как совершеннолетний. Если, конечно, он будет, вместе с этим еще бывает рушд, что называется, он должен быть таким, чтобы ему свободно можно будет заниматься такими делами, он должен быть еще рушд, то есть таким, что он соблюдает. То есть он стал совершеннолетним таким, что соблюдает исламские нормы. Тогда мы говорили о том, что если, например, дети где-то что-то продают, это недействительно. Нельзя у детей что-то ценное покупать, если вы ожидаете от этого, например, какое-то последствие, нехорошие последствия. То есть могут отобрать, этот, поскольку это купля-продажа недействительная, не переходит в собственность. Вот эта купля-продажа, как в Коране, в аяте «Бисмиллахи рахмани рахим» «Ахалля Аллаху аль-байя» Аллах сделал этот купля-продажа для нас дозволенным. Это купля-продажа, от этой купли-продажи что зависит, тоже мы говорили. Если даже пол этого мира, если, например, целый город у этого города хозяин, действительно хозяин, если его, это собственность, вот эта собственность, чтобы переходила от одного человека к другому человеку, собственность, для этого это и делается купля-продажа. Чтобы переходить мое собственное, моя собственность, чтобы переходила в руки другого человека, и это стало его собственностью, вот для этого и делается купля-продажа. Если это происходит недействительным путем, это и будет не полностью соответствует требованиям, именно исламским требованиям, именно относящимся к этому разделу, тогда просто не переходит эта собственность. Не переходит, остается как и есть. Случится что-нибудь там, передумает покупатель, обязательно нужно вернуть обратно. А если нет, если так останется, тогда так и проходит. Он должен быть совершеннолетним, должен быть еще разумным. Мы говорили, как разумным, для этого примером мы приводили такие. Если, например, разум, когда у него присутствует разум, а должен присутствовать разум, а если не будет у него полного разума, пример для этого, если, например, под наркозом человек скажет, например, под наркозом, не приходя полностью в сознание, если человек скажет рядом стоящему, я тебе продал за 100 рублей мой дом, эти слова, конкретные слова, которые произносятся для купли-продажи, а тот рядом стоящий скажет, я купил у вас за 100 рублей этот дом. А если переходил бы вот в таком состоянии, если переходил бы дом его в чужие руки, это было бы не очень правильно даже. Поэтому здесь тоже эта купля-продажа не считается недействительной. Еще следующий шарт был у нас, чтобы этот человек, тот, кто продает или покупатель, чтобы он был свободным. То есть его не заставляли, насильно не заставляли продавать. Если кто-то кого-то заставляет насильно продавать свое имущество или что-то, его собственность, это тоже уже по шариату считается недействительным и не переходит собственность его в чужие руки. Ну, там были, конечно, исключения, которые мы вам рассказывали. Если его по
знаю, если какое-то право шариатское будет. Ну, его, если нужно будет, имаму заставлять для того, чтобы расплачиваться его долги. Должники его, когда будут ждать, он живет в роскошном доме, и отдавать долги нечем. Его заставляют продавать дом. Насильно заставляют продавать дом и опуститься чуть ниже, более подходящий для него выбрать дом и жить в таком доме. И расплачиваться долгами. Вот это один пример. Другие примеры, наверное, вы вспомнили на прошлом уроке то, что мы рассказали. Дальше покупатель, продавец, он должен быть зрячим. Он должен видеть. Там тоже были исключения. Если что-то, то, что он знает и не изменяется до того, пока он не стал незрячим, если что-то он видел, знал и не изменился, это или же это может он продать. Или есть еще другая форма купли-продажи, что называется салан, когда перечисляют все описания чего-то, все функции, необходимые знать этого предмета, вот через это, когда продают что-то. К примеру, такое, например, если кто-то скажет, я хочу купить, скажем, там весной, в начале мая, чтобы у меня была такая машина, такой марки, такого выпуска, такая-то машина. А тот, кто продает, он обещает, будет тебе такая машина вот за столько. В руки отдают деньги, потом к этому времени, к этому сроку тот продавец ему достает эту машину. Вот это и называется салам. Вот это можно незрячему тоже делать, потому что это вот сейчас вот видеть не нужно, поэтому. Дальше вот, говоря о купле покупателя и продавца, вы, может быть, то, что мы на прошлом уроке рассказали, вспомнили. А мы перешли на второй рукн. Из второго рукна, из пяти условий второго рукна. Второй рукн у нас что? Предмет, которого продается и покупается. Этот предмет из пяти условий, первые условия мы говорили, это быть чистым, не грязным. Но что мы имеем в виду быть чистым? Ну, таким, что можно во время намаза коснуться к ней и быть на нем, чтобы на тем, кто молится, чтобы можно быть. Например, что являются грязными вещами. Для этого вот мы знаем и перечисляли, как, например, кал, моча, кровь, спиртное, жидкое, мертвечина, например. Такие вещи, грязные вещи, их продавать тоже нельзя. Если вдруг продадут, это купли-продажей тоже не называют. Ну, примеры приводили, там в селах что бывает, продают сухой навоз друг другу продают в поле там, для удобрения. И вот это эти купли-продажи, что вот навоз же это грязное, это действительно купли-продажи здесь не будет происходить. Это просто как передача, если за этот навоз, если что-то отдает, как это пускай будет, если взаимосогласие, он будет как садака, но только это не будет называться как купли-продажи. Дальше, говоря о условиях предмета, который продается и покупается, это первые условия. Первый шарт, о котором мы на прошлом уроке говорили, чтобы должен быть чистым. А второе условие такое, что то, что продается и покупается, это должно быть, для этого должна быть какая-то польза. Бесполезная вещь, никому не нужная вещь, это и не продается, и не покупается, там и не происходит купли-продажи действительно. Для этого примеры приводят алими в книгах. В основном, как все приводят примеры, мелкие такие ненужные насекомые. В этом же нет никакой пользы продавать, покупать, это молчать. Но современные алимы все-таки говорят, тогда, когда наши имамы были, наши алимы масабов, когда были, тогда те насекомые, от которых не брали никакую пользу, но на сегодняшний день некоторые насекомые уже стали такими, говорят, что в каких-то в медицинских, там, для каких-то экспериментов нужнее стали некоторые. От них есть какая-то польза. Значит, в этих насекомых на сегодняшний день польза какая-то, если появилась в каком-то насекомом, это тоже уже можно, получается, продавать.
изменяется хукму. То есть решение уже изменяется. Ну, тогда, когда от этого насекомого никакой пользы когда не было, и не получалось купли-продажи. Ну, там есть исключения. Вот, например, бывают пиявки, мы знаем все, что плохая кровь, некачественная кровь высасывает. Пиявки же бывают такие, тоже черви такие. Кажется, что ненужные вещи, бесполезные. Но это, поскольку от этих червей, от этих пиявок есть какая-то польза, они и продаются, и покупаются. И переходят в собственность тоже. Чтобы вот такие исключения всегда есть во всех правилах, у нас исключения тоже. Польза какая-то, чтобы была. Ну, говоря о том, что должен обязательно должен предмет иметь какую-то пользу, вот в этот раздел как раз алими и перечисляют такие вещи, как, например, музыкальные инструменты. Сегодня и в магазинах, и на базарах продаются очень даже дорогостоящие музыкальные инструменты. Здесь тоже не получается договор купли-продажи действительный. То есть не переходит, собственно. Если не переходит, значит, получается, и тот первый покупатель тоже не становится хозяином этого. И вот так вот и цепочка идет, этих вещей, этих музыкальных инструментов нету, можно сказать, и хозяина. Чтобы переходило это собственность, чтобы переходило в чужие руки, чтобы это стало собственностью другого человека. Музыкальные инструменты, какие бы они ни были, но одна музыкальная, этот дуф, что называется, вот этот жиргин, да, у нас на аварском, как этот, бубня, называется. Вот, ну, вот этот, поскольку было разрешенным, но здесь тоже опять есть разногласия алимов, это бубня, которая во время пророка, алейхиссалату вассалам, была разрешенной, это тоже опять... Но тогда не было в этом никакой, этого, говорит, не придавало такой азарт, да, как человек, когда на это играет, азарт какой бывает, ему как-то хочется танцевать или там прыгать, такое состояние, в такое состояние человек, если не приводит, тогда можно было. Такой имам хамбалитского масаба Алим ибн Раджаб, известный такой, он в своей книге Фатхуль-Бари пишет, что когда уже алими, сподвижники пророка, еще тогда, в Персию, когда поехали, там, когда увидели вот эти вот бубни, они сказали уже, эти уже не те бубни, эти уже вызывают какой-то вот этот арб, и траб вызывает, поэтому эти даже не могут быть такими разрешенными. Поэтому музыкальные инструменты, получается, на сегодняшний день, они все... По исламу имеется в виду, если даже по людским понятиям есть какая-то польза от них, и это стоит что-то, ну, по исламским понятиям, по норме, по нормам, по требованиям шариата, музыкальные инструменты, все всех видов, можно сказать, они не подлежат купле-продаже. Следующий шарт, переходим к следующему шарту. Предмет, который продается и покупается, он должен быть таким, что можно достать и передать покупателю. В силах достать и передать покупателю. Например, очень много чего бывает, люди продают то, что он не может передать покупателю. Например, кто-то его... Скажем, там машину удерживает, не отдает обратно. А он хочет ее от этой машины избавиться, он продает другому. А поскольку он не может от него эту машину отобрать и передать покупателю, не получается здесь купля-продажа. Но за исключением, если будет из людей такой человек, что может у него забрать эту машину у того, тогда только этому человеку можно продать. И там происходит, и там получается купля-продажа действительная. Если я продаю мою машину, которую удерживает другой, не отдает, я не могу ее забрать от него и передать покупателю, я могу продать ее такому покупателю, которого может у нее забирать без особых, надо сказать,
утрат. Если будут там утраты какие-то, его будут расходы, тогда тоже не разрешают. Без расходов, без особых утрат, если человек может от того отобрать эту машину, или этот дом, или там участок, тогда тому можно продать. А? Если он должен, у него забрали, как он будет? Если он должен, что? Да, за место долга забрали. Удерживает тот человек, за место долга имеет право. Ну, удерживает, это уже другое. Без никаких долгов, без никаких прав удерживать, например. Это уже если будет какой-то долг, какие-то права, уже это нужно разбираться, конечно, в этом. Без никаких прав, без ничего, ну, там, чужое удерживает, бывает же такое, без никаких основ. Вот такое, если будет, например. Но если будет такой тоже, там можно подходить к этому вопросу отдельно. Почему он удерживает? Он имеет право удержать или нет. Но у нас вопрос идет такой. Предмет, который продается и покупается, этот предмет должен быть таким, что покупатель мог передать, продавец мог передать покупателю. Пример приводит для этого именно шарта, например, алимы приводят, большинство алимов приводит такое, например, на небе птица летит, и я эту птицу продаю кому-то, он покупает. Я же не могу эту птицу достать и передать ему. К примеру, в море рыба, например, увидели со мной еще кто-то, я ему эту рыбу продаю. Я же не могу эту. Если в пруде будет рыба, в озере, например, где можно достать эту рыбу, и на нем какой-то аламат, какой-то признак, ну, в таком случае тогда можно, а в море нельзя тогда. Ну, одним словом, предмет, который продается и покупается, это должен быть таким, что продавец мог передать покупателю. Вот бывает вот такой пример из этого шарта, расскажем, с чем мы часто сталкиваемся. Кто-то отдает что-то в залог. В залог. Дом, например, заложил один, потом берет и продает. Здесь не получается, потому что он не может продать. Мой, если я дом, если заложил дом мой, я этот дом не могу без разрешения того, у кого я заложил этот дом. Я заложил машину кому-то, без его разрешения я не могу эту машину продать. Если продам, кто-то купит у меня эту машину, вот это тоже уже купля-продажа недействительная. Не переходит эта машина к этому покупателю, в его собственность. Были такие у нас еще, вот, когда у нас были колхозы, участки, мои участки были у другого, у того, у третьего были участки даже. Сейчас тоже есть такое есть. Например, моих отцов участок там, скажем, гектар, а моих отцов, это по наследству, это хозяин этих участок, этих земель я, например. Если эти земли находятся, например, скажем, там у государства или у колхоза, если я не могу этого передать тому покупателю, это тоже я не могу продать. Только в том случае, если тот покупатель может оттуда как-то без особых утрат, без особых расходов забрать, тогда только можно. Примеры очень много можно найти на этом шарте тоже. Просто запомнить, что нужно запомнить. Предмет, то, что, которого покупается и продается, это должен быть таким, что продавец он мог передать покупателю. Следующее условие у нас идет такое. То, что продает кто-то, продавец, то, что он продает, этот предмет должен быть его собственностью, его мулком должен быть. Я не могу ни свое продать, если не будет какой-то полномочий, доверие к кого-то, или он должен быть хозяином этого предмета, который он продает, или же он должен быть от хозяина как бы полномоченным, или же третье, если, например, у детей что-то нужно продавать, бывает же, вот, имущество, если там наследство получают маленькие дети, пока они не достигнут до совершеннолетия, если приходится этого продать, кто-то должен ее продать, если маслахат будет в этом,
выгода для этих детей, если будет продать. Вот в этом его опекун может продать. Там может еще продать, если, например, опекуна не будет. Вот, например, бывает такое. Человек умирает, он завещает что-то за собой делать, какие-то, например, скажем, там, садака, да, чтобы быка зарезали и раздали. Завещает. А васи, кому завещает он это делать, кому он это дело поручает, такого человека тоже нету. Просто он получил, написал на бумаге, что это его васиет, это его завещание, но кому-то он не поручил этого. Тогда кто здесь должен эти вот такие дела вести или же присмотреть за его детьми, сиротами, должен кто-то это делать, взять на себя. Для этого определяет имам человека для этого подходящего. Называется Кайим. Этого человека называем Кайимом. Вот Кайим тоже может продать. Что-то купит, продат из того, что оставил усопший. Вот здесь вот, говоря именно о усопшем, скажем, один пример такой бывает, что здесь, когда человек умирает, быка из его, за его деньги, которые он оставил за собой, по его завещанию, идет кто попавший там берет эти деньги и идет, покупает быка и режет. Это же уже недействительно. Он же не мог, только кайим, если васия нету, кому завещает. Или же кайим от имама, если не будет, кто-то другой, если заключает вот такие договора, у него эти договора недействительны. Получается, быка покупает неправедным путем и режет, не его быка режет, чужого быка режет. От этого мало получит, наверное, усопший тоже какой-то саваб. Где у нас происходят какие ошибки, связанные с этими именно этими шрутами? Это должен быть, то есть собственность того, кто этого продает. Байуль фудули называется. Чужой, когда кто-то продает, это купля-продажа недействительная. Чужое, ну, часто же бывает, пока он не станет хозяином этого предмета, но каким путем может он стать хозяином? После, только он может продать после того, как он становится полным хозяином этого предмета. Пример приведу вам еще. Предмет, который покупается полностью, если я кому-то что-то продал, скажем, там машину продал, а тот купил по рукам, договорились, заключили договор, разошлись, он эту машину продает, пока он у меня еще ее не забрал. Он полностью себе в руки не прибрал эту машину и продает. Хотя он стал здесь хозяином этой машины. Полным хозяином он не стал, пока он не прибрал к себе в руки эту машину. Понимаете, да? На базаре, например, кто-то купил быка, завязанный к столбу. Бык, завязанный к столбу, купил этого быка, отдал за этот бык, скажем, 10 тысяч рублей. И через некоторое время этот хозяин уходит, продавец уходит, а другой покупатель приходит, он продает этого быка за 12 тысяч. Бывают же такие примеры. Это уже купля, вторая купля-продажа недействительная. Потому что он не прибрал. Есть определенные такие условия. Если что в недвижимости, если там что-то, а движимое что-то, его нужно передвинуть. Он, если взял бы этого быка, отвел бы с этого места на другое место и привязал бы к другому столбу, потом он мог бы ее продать. Если к тому же завяжет. Нет, вытащит, если там шагами, если не прошагнуть, там круг делать, привести на том же столбе, тоже можно. Но главное, чтобы с места он ее отодвинул. Машину тоже нужно прибрать в руки, он должен с того места, где он купил, оттуда он или же его доверенный человек, чтобы на нем сел и поехал куда-то. Посредником получается между этим продавцом и этим покупателем.
покупатель не доверяет этому покупателю, доверяет этому человеку, поэтому посреднику. Он берет у этого покупателя, продавца, точнее, это изделие и продает этому человеку его. В этом промежутке времени вот это. Здесь вот посредник в этом примере, да? В этом примере этот посредник, если у первого хозяина это кольцо, если вот с этими условиями и с этими требованиями купит у него этого даже, если не покупает, тогда тот хозяин, если ему скажет, иди передай, продай, он становится вакилом. Он как вакил будет здесь. Нормально проходит такое. Только остается здесь называть всех своими именами и все. Вот здесь вот, например, каждый такой пример, бывает иногда выход, иногда и не бывает выхода. Но нужно, конечно, объяснить. Вот, этот пример посредника, так получается, что он вакил. Не обязательно сказать, я тебя делаю вакил, я тебе поручаю это продать. Иди продай, скажешь, это он уже вакил. Вот пример. Я скажу, да, я продам. Скажи, да, продай. Или же я просто передал тебе. Да, я продам, ты скажешь, я тебе продаю, ты уже вакил. Не обязательно сказать, я тебе делаю вакил. Эти слова не обязательно. Он оттуда пользу может получать. Например, хозяин отдал, продай за 300 рублей. Он продает его за 350. Он 350 должен отдать тому хозяину. Потому что если бывает вот этот вакалат, вакалат есть... платное, есть бесплатное. Если вакала, вот это поручение другому, да, он за плату, если он работает, да, что или же определенную цифру называет, вот столько, за столько я продам тебе это кольцо. Он ему передает за 300, продай даже, а он тот продает за 350. А была договоренность между ними, я продам за 320, а 20 для меня, чтобы было. А там уже 30 разница еще. Вот эти 30 он должен отдавать назад. Потому что за 20 он договорился продать ему кольцо. Ну, там есть определенности такие. Ну, вот этот вакалат есть платный и бесплатный тоже. Говорить нужно. Договор должен быть. Да. Если ты за 500 у него это взял, за 500 ты говоришь, ты уже, получается, купил у него за 500 этот. Да, договор, не, слушайте, деньги не должен. Вот если произойдет так, именно как он говорит, человек продает за 500 кольцо даже, за 500 кольцо продает. Ты за сколько это кольцо продаешь? За 500 продаю. Ты говоришь, ты у него, так продай мне это кольцо за 500. Ты берешь, идешь, продаешь. Но здесь же ты не купил у него. Я спрашиваю, сколько стоит твое кольцо, я говорю. Ну да. 500 стоит кольцо. Я за 500 тебе отдаю. Ты хочешь, что хочешь делать, говорю, это кольцо. Ну, отдаю, значит, я тогда у тебя за 500 это кольцо покупаю, я продаю. Он говорит, ты взял кольцо, ушел. Ты стал хозяином этого кольца. Ты можешь, что хочешь делать за это. Пятьсот отдает. Ну, поэтому... Товар возвращает. А, да, имеет... А, этот, да, послушайте. Вот этот, то, что мы называем на подреализацию, да? Подреализация это называется. Подреализация. У нас вот здесь как раз мы до этого дойдем. До этих вещей, да? До всего этого, до таких вопросов мы дойдем, иншаллах. Вот когда, ну, здесь нужно всегда разобраться и просто называть всех вещей своими именами, и все там можно разобрать. А главное, хотя бы вот основные вещи нужно знать. Вот это мы сейчас делаем. Основные хотя бы вещи знать и исходить из этих основ. На базаре ходит вот эта вещь. Просто сказать, если он не взял, например, не купил эту вещь, взял ее за 500, отдал за 550, надо ему 550 вернуть. Обязательно. Если он не купил, ну, да. Продать ее. Вот под реализацию, понимаете, вот это слово под реализацию, вот эта сделка, это то, что мы с вами очень часто делаем на базарах, да? Получаем под реализацию товар, этот человек, получая под реализацию товар, иногда бывает как вакил, иногда бывает как хозяином.
Это что разделяет эти две вещи? Когда он у первого хозяина под реализацию товар получает, он у него покупает? Как, на, пример я говорю. Пример. Я пример говорю. Если он скажет, если у него покупает и забирает под реализацию, и он обещает, что не продаст, обратно забирает. Бывает такое тоже. Если так, тогда получается, этот человек становится хозяином всего этого товара. А тот только ему дает обещание, чтобы то, что не продается, обратно забирать. Здесь полностью этого товара я остановлюсь, когда у него так покупаю хозяином, да? Если потеряется, потеряю я. Не он потеряет в этом случае. А если вдруг он откажет обратно забирать свои, то, что он обещал, его заставить тоже никто не может. Шариат не может его заставить. Это всего лишь обещание. Если берет, если он соглашается, в этом случае тоже обратно просто или продать нужно ему. Ты же стал хозяином этого товара. Сейчас же, если это, между вами, когда товар, человек, когда товар получает, и там купли-продажи, вот эти слова, если там происходят, хозяин здесь, я на прошлом уроке, не забывайте, сказал вот такой, вот предмет, любой предмет, этот предмет должен быть всегда чей-то. Чей-то собственность. Или это бывает собственностью первого хозяина, или бывает второго хозяина. Для этого что нужно делать? Вот это вот действительно купля-продажа, или же другие пути перехода собственности из руки в руки. Об этом все мы будем говорить. Но главное, в любом примере, когда уже вопрос поднимается, там разбираем. Иногда бывает, что там в первую очередь мы ищем что? Ищем, кто все-таки на сегодняшний день, на этот миг, хозяин этого предмета. Но как можно узнать это? Только можно узнать, разбираясь вот с самого начала, собственность все-таки перешел в другие руки или не перешел. Купля-продажа была действительная или недействительная? Если была недействительная, значит, не переходит собственность в следующие руки. Значит, пока остается хозяином тот первый. Потеряется, он потеряет. Кто должен возмещать? Вторые руки должен возмещать? Не должен? Это уже следующий вопрос. А так собственность остается за ним, за первым хозяином. Если там купли-продажи не будет. А под реализацию, когда товар отдает, еще бывает другая форма. Он просто отдает ему этот товар. Что продашь, продашь, что не продашь, обратно заберем. Но купли-продажи слова не выговаривают. Этим самым и этот собственность тоже не переходит во вторые руки. Значит, получается, если потеряет, тот потеряет. Если что-то случится, там стихия или что-то, да, тот потеряет, потому что он хозяин этого товара. И поскольку он остается хозяином, и он должен обратно забирать свое, если что-то этот продавец, если что-то не продает. Ну, взял, не должен ему возвращать, да, если потеряет. Если потеряется, если будет, например, без этого, он будет как вакиль. Теперь вот в этой форме под реализацией вторые, этот продавец, он будет как вакиль. В качестве вакила он будет работать. Но есть условия вакила. Вакалат – это тоже целый раздел этого вакалата. Там очень много о чем говорится. Где должен этот вакил, за что должен отвечать, за что не должен отвечать. Если определенный таксир, то есть если будет в этом виноват, он должен. Какая-то оплошность его, если будет, он отвечает за это. Он должен возмещать. Если без его никакой без его оплошности и без его вины, если что-то случится, портится что-то даже, к примеру, если стихия будет, он не должен отвечать. Потому что стихия могла, находясь у первого хозяина на руках тоже, и этого тоже. Ну, такие вопросы очень много связаны. Это с вакала. Добытая вещь, например, кто-то добыл незаконно, украл или что-то сделал там, и принес тебе, продает. Это же, вот сейчас как раз мы об этом и говорим. Предмет, который продается, покупается, предмет должен быть... Человек не знает, что она... Нет, предмет, который продает, это должен быть собственностью того, кто продает. Если это его, не его собственность, если это краденое или это ворованное. А если он говорит, что это моя вещь? Нет, он-то говорит, теперь это вопрос такой. Ну, вдруг, например, покупатель не знает, краденое продает кто-то, даже ворованное продал, а покупатель этого не знал. Потом хозяин приходит, находит это свое, покупатель
сразу хозяину должен отдавать. Как он доказывает, что это свое, да? Покупатель здесь церемониться никак не может. Я это купил, у кого-то купил, пускай тот отвечает, это никак не может. Если даже тадавулюль-айди, если даже вот несколько руки, если даже переходит, как хозяин свое находит, из этих рук он может забирать свое. А они, эта цепочка друг другу отвечает. Никогда, там же если главное, например, скажем, ворованная машина, украл машину, продал, тот другому продал, следующему продал, вот так вот и 10 руки перешел эта машина. Последние руки, когда этот находит машину, он должен вернуть хозяину. Как, если он докажет, конечно, это, он должен вернуть. А они между собой разбираются и отвечают друг другу. Такая ситуация. Вот, например, у отца есть сын, когда сын. У сына украл у отца, например. У одного отца украл и принес на рынок, клянется Аллахом, короче, что это моя собственность, короче, хочет накарать, продает эту вещь. Проходит время, отец приходит, находит эту вещь, примерно, здесь. И находит, у кого-то находит, допустим, например, ситуация, я купил эту вещь, примерно. А он сто раз спросил, он продал тоже. Вот я продал. Ну, если даже спросил. Такая ситуация, маленькая. Вот сын украл у отца, принес мне, продал, я не знал, что она ровная, я продал этому человеку. Он сидит на столе, продает эти вещи. Тот приходит, хозяин, отец, забирает у него, например, здесь, он потом приходит ко мне, конечно. Я же только что рассказал, так и нужно делать, так и идет. Этот... Эта ситуация так и должна быть, там по-другому и должна быть. Ну, этот же только что объяснил вам. А если, например, этот сын, да, сейчас я понимаю. Будь он сын, отца украл. Ну, главное, если этот предмет окажется ворованным, да, приходит хозяин, доказывает главное, да, ты должен отдать это ему. Потом между собой вы должны разобраться. А тот убежал, не появляется, с кем разбираться? Это уже там, как вот, если убежал, не появляется, значит, как бы там ни было, хозяину нужно свое вернуть. Хозяин, главное, когда он уже доказывает, если он докажет, конечно. Конечно, чужое приходит, человек доказывает, что это его, это краденое, это ворованное хозяину. Я же говорю, несколько раз я повторяю, когда хозяин, после как хозяин доказал, что это его, в шариату, по шариату доказал. Вот, к примеру, я работаю просто на рынке, работаю. Например, мне принес туда, продал, я вот купил его, взял ювелиру, продал его, и иду, расплавил его с воду здесь там. Через полчаса его расправил, нету этой вещи, уже все, она без вести пропала. Приходит хозяин, кричит, ну, воров поймали. Вот он меня купил, говорит. Я его спрашиваю, я тебя спрашиваю, ворованный? Он говорит, да. Ты что сказал? Нет, не ворованный. Сейчас у меня нету этой вещи, где его возьмем, отдать жесть. Эта ситуация как мне будет? Ну, это уже вопросы, конечно, связанные с такими делами. Немало. Видите, вот уже каждым шартом, каждым объяснением уже появляется сколько вопросов. Но это целый такой процесс, целая такая масала. Надо разобраться. Случится такая масала, нужно прийти обязательно. Вот здесь вот у нас целый, вот этот час убьет, на это уйдет. Давайте вот этот шарт. Следует вот это то, что мы сейчас говорим. Предмет, который продается, это... Продавец должен быть таким или хозяином этого предмета, или он должен быть чей-то как полномоченным, или же каимом, или же кому завещали. Вот мы перечислили же этих людей, кто имеет право это продать. А без никаких прав, если чужой кто-то продает, ворованное это, или же так, если даже он купил, была недействительная купля-продажа, не стал он хозяином этого. Я же пример быка же, как, он же за свои деньги он купил этого быка. Но главное, он пока не станет полным хозяином этого предмета, он не может продать этого и не переходит в следующие руки эта собственность. Это и называется мулк, предмет, который продается, это должен быть собственностью того, кто продает. Чужое продавать нельзя. И нельзя, и не получается это купля-продажа. Это недействительно. Они не переходят в собственность в следующие руки. Мы же это не знаем, поэтому и покупаем это. Мы уже не свидетельствуем. Ну, не знаю, если что-то будет там дальше, не знаю. Если покупает, тоже. Поэтому говорят, вот не знаю, бывает иногда мусульманин попадает в такую кашу, да? Бывает, очень часто попадает мусульманин в такую кашу, из которого очень трудно выбраться. Поэтому говорят...
мусульманину, он должен быть бдительным, он не должен обмануться, он должен быть себя опасаться от таких всех. Он должен убедиться сначала этом продавце, он свое продает или чужое продает, имея какая-то, имея какие-то сомнения, лучше оставить это. Ну, есть, конечно, ну. Теперь, вот говоря об этом же условии, еще такие примеры я привожу, вот современные такие примеры могут еще быть. Я же сказал, это условие, о котором мы сейчас говорим. То, что продается, это должно быть собственность того, кто продает, даже продавца. Или же он должен быть полномоченным такой. К примеру, скажем, вот такие бывают на сегодняшний день, такие примеры происходят. Органы, например, люди свои части тела, например, продают. Но, скажем, волосы продают женщины свои даже, тоже нельзя. Это не только не получается действительная купля-продажа, и этого нельзя, это просто считается как оставляет уважение создания Всевышнего Аллаха. Органы наши, наше тело, наши органы, как бы это не наш мулк, это не наша собственность. Мы не должны даже себе больно делать, этим самым мы попадаем в грех. Мы себе чем-то повредим, своим организму. Почему курение запрещается по шариату? Потому что мы этим самым вредим этому организму, такому, которого Аллах, такое создание, например, вот это тело мое, это что называется эго напста, это отдельно, а это тело, как бы матия для меня, как этот... Для того, чтобы я использовал это тело так, как будто Аллах мне передал. Я должен за это тело мое отвечать, за части мои отвечать перед Аллахом. Поэтому даже есть вплоть, мы же донорская кровь же отдаем друг другу. Это большинство алимы передавать как-то, или же там бывает, что донорская почка, да, передает. Но передавать пересадки органов на свое тело или же на чужое тело, пересадку, большинство алими разрешают этого делать только с условием, чтобы это происходило не путем купли-продажи. Просто так, если отдают. Матхаджа, можно один вопрос? Если человек умирает, и он завещание указывает, чтобы после его смерти какой-то его орган дали нуждающимся. Вот когда человек умирает, здесь тоже алими как раз об этом говорят, или он сам, будучи еще живой, он должен сам отдать разрешение, его изм, чтобы было. Или же, если этого не будет, его наследники, если будут согласны, то можно пересадить. Главное от этого, чтобы была такая, что нуждался какой-то и зависела чья-то жизнь или же там орган какая-то. Если зависит это, тогда с разрешением наследника или того самого умершего до смерти, если будет, тогда можно, говорят, только не путем купли-продажи. Потому что купить, продавать части тела нельзя. Это не наша собственность. Никто не может, сам человек не может свою часть продать. Даже некоторые говорят, и кровь даже не может продать. И кожу даже для пересадки не может продать. Почку не может продать. Если даже там две почки, одну лишнюю, на одной почке, если даже может жить даже себе, если, конечно, вот сердце продать, это категорически уже идет. Почка уже без одной почки может человек жить, но все равно это орган его, это не его собственность, это собственность Аллаха Всевышнего, это его создание, он продать этого не может никак. Без продажи кровь донорскую можно же? Но большинство алими приходит к тому, не только кровь, кожу для чужого организма, да, для чужого тела, для пересадки, и почку тоже. Я сказал, можно, большинство алими говорят, что современные можно, но только не путем купли-продажи. Вот такие вот, и как раз волосы же тоже часть тела получается. Волосы продавать на сегодняшний день, волосы продают наши женщины. Это не только не получается купли-продажи, там это даже запрещено такие вещи делать. Ну, а там чужие волосы себе там наращивать,
если даже не чужие волосы, а даже искусственные, если даже волосы. Это же пророк, алейхиссалям, проклинал тех, кто наращивает волосы. Это тоже есть там. Примеры такие очень много можно привести для каждого шарта. Вот следующий шарт, следующий основной такой шарт, то, что продается. Сколько минут остается? 10 минут остается, да? Ну, поскольку у нас вопросы по ходу идут, давайте тогда это последний шарт тоже, последний рукн тоже закончим. То есть последний шарт этого рукна. То, что продается и покупается, это тот, кто продает, и покупатель должен этого знать. То, что не знает, не может продать человек. Но каким путем можно знать чего-то? Он должен видеть этого. Например, машина чья-то находится там где-то, в другом городе, или там не рядом здесь. А покупатель этой машины вовсе не видел, не посмотрел, не проверил. Здесь заключает договор по рукам и расходится. Это не купля-продажа, это не действительная купля-продажа, потому что покупатель и также и продавец, они должны знать, видеть то, что продается. Если, например, что-то увидел кто-то, и через, скажем, через неделю и через, или через месяц он заключает договор купли-продажи, если будет такое, что не изменяется за такой срок, тогда можно. А он увидел же это, он проверил, увидел, посмотрел за этот срок. Если будет машина, конечно, тот ездит, этого уже нельзя будет, потому что за этот срок, за месяц или за неделю, что угодно может первый хозяин сделать. Там может появиться какая-то неисправность, нужно обратно увидеть. Но если будет таким, что не изменяется, например, участок, скажем, участок, чистое поле, увидел, посмотрел, хорошо, и через год даже он может заключить договор. За год же тоже не изменяется участок. Если такое будет, предмет, который продается, за этот срок не изменяется, можно и после, как он увидел, через некоторое время тоже продать. Например, скажем, вот все, что покупает, он должен знать. Он должен знать вес, он должен знать меру этого, то есть длина, ширина. Когда продают, ну, скажем, вот такое стадо овец. Если скажет, из этого стада я продаю тебе баран, самый такой хороший баран продаю, он покупает за, скажем так, 3000 рублей, пароком прошли, он же не видел этого барана. Он может потом, всякая купля-продажа, всякий договор, которого наверняка может там происходить какой-то спорный момент в конце, в результате этого не допускается по шариату. Потому что здесь тоже, в этом примере тоже, уже он-то сказал, что баран, а какой баран он когда будет отдать, тот не согласится, там и спор может получиться, поэтому нельзя. А если скажет, например, два барана, я тебе продаю один из двух баранов, один из двух, пока именно какой баран не скажет, не увидеть нельзя. Это неопределенность. В предметы продаваемым здесь не должно быть никакой неопределенности. Определенная это, которая полностью проверенная, такое должно быть то, что продается. Даже бывает, вот книгу продает человек, книгу продает, он покупает, посмотрел, купил, по рукам ушел. Недействительная купля-продажа. Книгу как нужно посмотреть? Книгу нужно полистать, посмотреть. Там бывает иногда недопечатано бывает. Или бывает с ошибками, или бывает не тот хат, не тот почерк. Полистать, посмотреть, книгу только так можно узнать. Не узнавая, не проверив, не посмотрев, не узнав, купить, продать, это уже недействительное. Целая куча книг, когда покупают, каждый же не перелистает ее. Как это получается? Вот получается так, что если каждую книгу, если не полистать, не посмотреть. А что с этой книгой сделать? Не, я еще раз, не надо забывать то, что недействительная купля-продажа, но хотя нужно, да, соблюдать таати аль-укуд аль-фасида. Аль-укуд аль-фасида, что вот недействительные такие сделки, с такими сделками, по мере возможности связываться нельзя, это харам.
А здесь, поскольку трудно, спешит человек с книжного магазина, покупает несколько книг даже, и никак не, он не сможет их всех перелистать. Но он надеется на то, что будет нормально, все покупает, уходит. Обоюдное будет согласие, ничего. Если даже собственность не переходит, он может пользоваться. Эти книги как его будут. И на том свете спрашивать у него тоже не будет. Обоюдное согласие, если будет. Зная этого, если тот с книжного магазина продавец, если придет к тебе в дом, эти были последний экземпляр, скажем, книг, у тебя он может ее забирать, потому что собственность не перешел. Если он не приходит, он претензий никак не имеет, ты можешь пользоваться, передавать, как твоя собственность это и будет, если даже не перешла собственность. Как собственность будет это, если на этом свете, если не будет тот покупатель, он, продавец, например. Если она некачественная, если он доволен, все нормально. Ну, например, скажем теперь, он потом находит, если даже не находит, он передумал, например. Это и в интересах продавца, и в интересах покупателя. Но большинство, когда человек хочет, чтобы что-то продался даже, что-то его продался и обратно, чтобы не вернули, это в интересах продавца. А когда покупатель боится того, что после как он покупает, потом тот передумает, заберет у меня, тогда в его интересах. Иногда бывает в обеих интересах, чтобы купля-продажа была действительно, чтобы собственность в действительности перешла, если тот начнет оспаривать свое забирать, что он не мог забрать. Или же тот покупатель не мог обратно вернуть свое и обратно потребовать свои деньги. А здесь имеет уже, когда вот в примере таком, книги он забрал в этом нашем примере, он книги забирает, и как-то не понравилось ему эти книги, да? Но купля-продажа действительно не состоялась, поэтому он может идти, вернуть его книги и свои деньги забрать обратно. Вот результат этого. Если этого не случится, тогда на том свете от этого ничего не... Как собственность это будет? Если даже это не действительная собственность, собственность даже не переходит, если на этом свете не будет такого результата, спорный момент, если не станет, тогда это как собственность его будет? И в наследство тоже это переходит, его наследникам переходит как собственность. Вот этот момент, вот этот деталь всегда запомните. Когда мы говорим о чем-то, что-то получается, что-то не получается, а в следующем уроке, наверное, может быть, мы дойдем до такого. Есть очень много таких сделок купли-продажи. Если даже они получаются действительными, но это по шариату запрещенные, попадает в грех. Вот такие тоже есть сделки. О таких сделках сначала будем мы говорить. А поскольку вот не такие в эту категорию, когда у нас наши сделки не попадают, ничего такого, как будто переходит, если даже действительно не переходит собственность, как будто перешел, переходит, и в наследство тоже можно передавать, и может он пользоваться, и на том свете спрашивать у него тоже не будут. Пришло время. Домашний. Один пример такой еще привяжу. Мы последний, о чем говорим. Этот предмет, который продается, этот предмет должен быть покупатель и продавец, чтобы этого знали даже, видели, знали, проверили. Вот бывает у нас, мы с такими ошибками часто сталкиваемся. Например, когда обычно, когда бывает, человек, когда умирает, там от спешки бегают и ищут быка даже, этот. Или же на Курбан-Байрам. Резать себе барана, если человек ходит. И часто мы договариваемся с покупателем, с продавцом, договаривается так, что забирает быка и говорит, что за килограмм, скажем так, 200 рублей, даже за килограмм 200 рублей. Сколько весит килограмму, за эти килограммы будет по 200 рублей, даже. И забирает быка, договаривается по рукам, заключили купли-продажи договор, забрал быка, этот бык его не становится. Он, получается, не свое режет, если он режет для курбана. Получается, не свое, ни этого покойного, ни этого усопшего мулка он режет, если режет для садака, например. Вот такие результаты. Для этого что нужно делать? Как мясо, когда продает, мы же не знаем. Резанный бык, например. Резанный бык лежит. Ну, ему как-то не понравилось, или времени не остается для того, чтобы обработать все, разделать, и это продает. Можно продать или нет резаного быка? Нельзя. Почему? Потому что
Если даже вот таким договором, сколько килограммов будет за килограмм, чтобы оплачивать по 200 рублей. Это тоже нельзя. Почему нельзя? Не за то, что вот в этом моменте он не знает, сколько там килограммов. И сколько этот покупатель получает все-таки у него рублей. Но это бы допускалось. В других примерах я привожу, где допускаются такие. Такие неизвестности, такие неопределенности. А здесь получается такое, что он не знает, какое мясо под этой шкурой. Там может это бык где-то упал, где-то себе мясо испорченное внутри шкуры. Это уже не знает. Вот это качество мяса не знает, не видит человек. Это тоже уже вот, сделка купли-продажи недействительная. Вот, скажем, там куча ангар зерна, например. В ангаре, по-моему, такая тонны зерна. И он продает вот это зерно, я продаю тебе за тонну столько. Так можно. Когда он весит это все, мерит, и сколько выходит тонны, за это по договоренности оплачивает и получается такое. Скажем, там масло, коробка масла, не знает, сколько там килограммов, и говорит, но за этот коробку масла, если определенную сумму, если сказать, там разговора нету. Если скажет, что за килограмм 100 рублей, сколько бы там килограммов ни было. Он же взвесит этот килограмм, вот-вот он в скором времени он узнает там сколько килограммов. И покупатель будет знать, сколько там килограммов, и продавец будет знать, вот через несколько минут будет знать, сколько он получает за это деньги. Такое можно, которого через некоторое время, которое они будут знать, да? А там вопрос быка, там килограмм, если даже будут они знать, если не сегодня, то завтра. И продавец, если даже будет знать завтра хотя бы, сколько он получает и сколько килограммов взвесит, там остается вот этот, что мясо, качество мяса не знают они. Вот из-за этого нельзя. А сейчас тут телефон, который там посылают. По телефону же сейчас товар посылают. Это уже вот в следующем рукне как раз могут такие вопросы, современные такие вопросы, что сидя за компьютерами, заключают договора, находясь в России с тем, кто находится в Америке. Даже эти торговые отношения тоже. Но современные алими это тоже на такие вопросы тоже есть, у них ответы потовы. Ну, ответим, это будет теперь зависеть от чего? Вот эти все шуруты. Знать. Ну, теперь вопрос. На сегодняшний день, поскольку люди, поскольку общество уже нуждается такому большому обороту товара, и здесь, если какие-то алими дают какие-то вот эти условия, которые мы здесь прошли в первом и на сегодняшнем уроке, если какие-то вопросы появляются, и можно ли там купить, он не видит, не знает даже, если он передает ему полностью функции необходимые, чтобы он полностью, даже если он увидит этого, меньше он узнал бы, чем то, что они передают ему эти все функции, да, качества. Но знания столько, это достаточно, говорят. Еще там есть еще такое, что вот этот следующий рукн у нас должен сказать, купил, продал же, да? Это же тоже мы ждем, следующий рукн у нас будет. Чтобы действительно купля-продажа была, там же покупатель и продавец должны что-то сказать. Продавец говорит, я продаю, а покупатель должен сказать, я купил даже. Этот, если будет на месте, на том же месте, где он за компьютером сидит, не отходя с места, это тоже современные алими говорят, что считается такое тоже. То есть считается действительно такие купли-продажи. Сколько наше время подходит к концу, дай Аллах нам всем понимание в нашей религии, понимание в этом фикхе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.